Вот кошки сидят, рыжие и голубоглазые. Так ее зовем. Вот они друг друга моют. Видите, как в деревне. Все это на глазах. Они ходят. Утром встану. Встаю, ни одной нету. На улице где-то бегут с поля. Белую видно. Счастюли кошки. А дальше тут бредень висит над ними рядом. Спать вот веревки, которыми тянуть. Не вот. Вот обузка. Спрашивает, где бузка. Вот она бузка. Одна у нас была в общине, Любовь Яговитина. Каждая собачку идет дороги, увидит, хватает на руки и целует. Так собачек любит, а кошек я не люблю. А почему? Она ближе к человеку, и у большего числа людей кошки, чем собаки. Ну, я слышала, что они на суде Божьем будут против человека говорить. О, вот как. Ну, тем более надо с ней быть поласковее, раз она будет... Она же не лгать будет, правду будет говорить, но я ей высказываю. Ну, вот так. На суде Божьем. Странно. Ну, там Павел сидит. Вот она. Паля, смотри, как она сейчас оттуда. Паля, Паля, покажись, ты где? Ну-ка, Паля. Паля моя, Паля. Паля, Паля, Паля. Беспокоится от слова Паля. Палевая. Вот она. Сидит здесь за решеткой. За сеткой. За бреднем. А еще решил кошек показать. Да не только кошек. Показать крылья. Тут у меня как музей. Вот колокол. 1774 год. Я думаю, тут заметно будет. Выгравировано. Очень мелодичный звон. Вот я теперь беру его. Умели же делать. Ну а тут дальше у меня крылья кори, коршуненок кори был. Здесь страусы, тоже потеряевки страусов держали тут вот. Рога козла, рога тура, якширской породы английской. И два Игоря Барабаша оставил живых, удал. Барана, когти. Заходишь и сразу видно. Здесь живут верующие. Сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Марка 16-15. У двери подойдешь, а тут крест прибитый. Восьмиконечный православный крест. Ну, а стена вся в проводах. Тут жил глухонемой. У него тут лампочка была. Кто придет, нажмет. Лампочка замигает, он же не слышит. А здесь на столбе тоже распятие. Тут мы молились, когда батюшки нет. Вот здесь смещалось 60 человек. Людей бы много было. Сейчас меньше. Колодец свой. Выкопали. Трудно давалось. Без Павла бы ничего не сделали. Он таль сделал блоком. Тянуть вот эти большие по метру, а дальше по 1,5 метра диаметром. Железобетонная. Просто показать здесь. Это у нас кажется безразмерно. Дрова, топят баню. приближается. Вот он кто. Да, Шарик пришел. Ага. Маленькая собачка с большим сердцем, так зовем ее. Чистопородная дворняжка. Синхронно везде у него. Вот какие уши, с обратной стороны, обводка, на ногах. Вот он. Никаких пятнышек нету, короткий хвост, задние ноги, вот где у него пробелы там. Очень породистый, маленький, но когда кошек кормишь, он ай-ай-ай-ай дает знать о себе. Носик у него такой, там аппарат чудесный, все узнает. Тоже стареет. И с разъезда подстепный закрывали, ушли. О, пришел белый. Но белый пришел. Но иди сюда, иди, белый. Иди скорее, белый. Иди ко мне, белый. Белый, иди скорее. Вот он, Шарик стоит на ногах, на задних. Иди сюда. Иди, а там Паля выскочила. А Паля никого не боится. Хвост пушистый. Но белый. Белый, иди сюда, иди скорее, но иди, не бойся. Вот он пришел, он котик хороший, знаешь какой. Посмотри, Шарик, кто пришел в гости-то, ну-ка, ну-ка давайте, вот так. Ну, еще тут лег, вот он лег, вот он Шарик, он тебя не достает, ну-ка. Ну что такое? Ну, ногами задними. О, о. Слепой был совсем, а глаза голубые сейчас такие. Выйдет из коробки-то, маленький был, в комнату, а обратно зайти не может. Ничего нету, глаза смотришь, ни зрачков, ничего. Я его святой водой протирал каждый день. И вдруг одно утро встает, все, все видит. А ты еще, Шарик, не поел, что там у тебя есть, а? Ну, о-о-о. Тут у него вода в чашке. А тут в чашке еда. И он не съел. Шарик, я у тебя забираю, отдам кошечкам добавлю. Сейчас пойдем. Пойдем, мои кошки. Вот получилось так, 6 кошек. Ну, еще такое. Ну-ка, давайте. Давайте. Ну-ка, идите сюда, ешьте. Сколько вас тут? Только 3, а где 2 еще? Кого у нас нету? Голубоглазой нету. Счастька была здесь. Голубоглазой нет. И рыжего. Рыжий тоже уволокся куда-то. Вот он идет, где он, легкий на помине. Вот вообще никого не боится. К Шарику вплотную подходит. Вот серый котик был, они в конуре в одной. Витин котик. И все лето я его не вижу. Или что-то с ним. Вот теперь зализывай. И все. Небо как потемнело. Уже 8 часов вечера. Сегодня 27 августа 2019 года. Везде у нас вот такая надпись. Везде. На всех дверях, в каждом месте. Все, пошел.